После вечерней прогулки по набережной стоит подняться пару кварталов наверх, до музея Модерна. В уютных интерьерах особняка Курлиной можно не только немного отогреться, но и приобрести пищу для ума. Здесь открылась выставка о главной реке Парижа. И, как оказалось, у нее немало общего с Волгой. Как и Самара, Париж вырос на берегу реки. Она стала для Франции главным транспортным узлом, а после – любимым местом отдыха. Правда, Сена, в отличие от Волги, закована в гранит с двух сторон. Во Франции реки стали, можно сказать, более домашними, потому что есть плотины, которые позволяют человеку полностью руководить течением реки. Хотя бывали и наводнения, и несчастные случаи, но тем не менее Сена уже полностью под контролем человека. В этом ее отличие от Волги. Под звуки французской музыки 19 века гости путешествуют по истории Парижа и набережным Сены. Под стеклом – жизнь Франции, глазами художников и фотографов. Гравюра с середины 16 века. Отсюда Париж начинался. На острове Сите еще в античные времена обосновалось кельтское племя паризиев. От него и пошло название будущего города. А это уже начало 20 века. На фотографии Томас Бёрджесс после заплыва через Ла-Манш. Он второй в истории человек, который смог это сделать. Правда, купаться в Сене в скором времени запретят, слишком грязная вода. Но этой ребятне еще повезло. Счастливые детские лица на фотографии 1941 года. Менялись века, менялось и восприятие парижанами своего города и Сены. Художник пытается сразу всю жизнь на Сене показать. То есть и корабли, и гуляющие, и прочее. То есть как бы она такая вневременная, просто некая жизнь. А потом, когда фотография появляется, это какой-то конкретный момент, который реально был. И вот эти тонкости, они, если ты их умеешь распознавать, то, конечно, ты понимаешь, как интересно вообще все меняется в жизни. Взглянуть самим на историю главной реки Франции, где по преданию развеян пепел Жанны д'Арк, можно в музее Модерна. Выставка продлится до 5 апреля. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.